Теперь смотрим. У тебя голимые штаны, блядь. Каски. В боешке одета, что ты до меня прицепился? Лайш хуйня. Да, тут. Сейчас мама еще Бауру на включил бы, было бы тоже неплохо. Который у него нет, она. Дачи. У него, ну, он не бафает ее. Как можно ауру бафнуть? Он ее включить надо, ауре. Как бы. Там есть пружинка в пэту. Блять, они не про эту пружинку говорят, они на 10%, блять. А, ауру нет, нет, которая не включена. Давно уже нет. Оля, дай ему по по колпаку. А вы что ко мне с ним перестали? Он включил эту ауру, я написала ему в ПМ. Если наконец он пришел со мной в гильдию, то это не значит, что нужно мне им тыкать. Босс, отведи. Куда? Да я не заметил ее. По-любому. Честно, я бы даже спецом бы ловил, если бы они медленнее летели. Поймай их всех. А, как, блядь, метеор нахуй тут летит медленно, да? Вы пойдите нахуй на циркуль, блядь. Я тебе базарю, что, блядь, на циркуле быстрее он падает. На циркуле баф. Нету на циркуле бафа в РС, алё. А, при РС. Да не попадаем по боку. Смотри, сейчас бабах улетели. Заеб. А я не улетел, мне. А что ты выбрал из этого? Здесь даже не поспоришь, да? Или. Или ты. Или ты долбоёб, или ты долбоёб.
Ух, а ты не знаешь истории, а может ты знаешь, как я, блядь, сролил нахуй на принцах, которых только 4 босса было, ссылка 25. Оп, только на циркле, когда я это пришел, блядь. Я сролил там катушку нахуй на холле пала, блядь. Потом я сидел в гильдии месяц без лута, потому что тогда нельзя было передавать шмотки, блядь. Это моя история, да. Да, я думаю, какая-то хуйня упала. Я даже не посмотрел, что это за шмотка. Да, я потом носил ее где-то полгода, блядь. Меня заебывали в гильдии больше, чем полгода. СПД дает, хас дает, на холипала подходит. Я спорил, что, блядь, щит, нахуй это щит холипала, вообще катушка норм. О, осколок упал. Ушли нахуй от босса, блядь. А я тыкнул. Волзик, помогай, я в сапе. О, заебись, 53 косаря поебало, блядь. Давай мне все на диск. Император Сакун. Я в сапе, теперь хилься. Мужик, ты немного как бы протупил. Это шлем-то латный, не кольчужный. Ну да? Да ничего. Тайный лутера. Извините. Ага. Ты серьезно, блядь? Теперь ты меня переплюнул, что ли, под неудачами? Я спугал. Путаница в зависимости от того, что у тебя по меткости творится. Арму. Рэл, можно я шлем туда в ханта попрошу? Или еще патроли? За шлем говорю, можно я попрошу в ханта, который ты латный отдал? Или кто-то еще ролил? Еще? Ну да. А тебе нахуй этот шлем? Вопрос другой. Ну, у меня по меткости сейчас не докапает. Ну, смотрим. У тебя шлем говно. Перчатки говно, шея говно. Я же говорю, у меня как бы шмот танка собирался на реплике, у меня так ассорти просто. Да, я просто как бы что в курсе. Пока нет укол, по паладинам тяжело меткость насобирать. А пока ламежно. Колбану. Войт расист, расист. Ой, сексист, сексист. Обозвал всем, чем можно. Мизмо. Бабью. Войт, это просто мимо Войт. Ну да, Трис Мерригольд в экранизации будет. Чего? Трис не будет черный. Блядь, мне игры рулят. Цыганка, блядь. И чё там, у вас ведьмак уже вышел? Нет. Скоро, да. Тупо цыгане, блядь, ведьмака захватили. Обдиные негры, блядь. Да, даже обычный косплей гораздо лучше.
Ну да, в Гермиону Грейнджер тоже выходит черный, все нормально. Она уже черная в спектакле была. А входит в черную, и она черная, это разные вещи. Книги топчик. Да, книгу топчик. Поэтому я первый забираю вкус. А Бальтер может уйти поотдыхать, если хотите. А у нас магов нету. О, еще бы каску дали, блядь, вообще бы топчики были бы. И меня к ханту в пати. Мастер, а эти фреймы отображают укус? Да. Просто слишком рассудительный. Зато смотри, зеркалом говоришь и засыпаешь. Он объясняет путаницу. А чё её в Дисе уже нет? Кого нет в Дисе? Ромка, кому ты там отсосал за бутюли? Опять это? Всё ещё заплюёте, как в прошлом рейде, да? Блять, ну дайте мне хотя бы что чем-то ударить, блять. Мастер, не напуливаю. Отведи.
Присты, антифир на себя киньте, чтобы могли диспелить на взлет. Ну на двух просто нету. Кусайте, отдохни. Охуенно её звучит, да? Так, сейчас озвучу. Ещё лучше озвучит, да? Надо вам веб. Что с электрошаром? Че у него мана садится? Потому что он щиток не обновляет. Печаль. Опс, на нем зеркало. Да он там нажал. Дигей не рад, блять, извините за. Убейте классно. Она хило убивает. Ничего. Она в луже. Я сколько раз говорил, Войд, подожди, я сколько раз говорил, Чопс и Бокрус, убирайте вообще два человека, которые с панели таунт, вообще их убирайте. Ух. Два раза, Чопс. Гильдии, блядь, мне в одной гильдии ебанули косарь КП за то, что я стаунтил в РСК ХМ-ке, блядь, халивану, я любил с гильдии. А, да. Чопс, ты, блядь, будешь мне еще сказочки рассказывать, блядь. Я чё, Омин не вижу свой. Сагрил ты, блядь, конечно, на. Жил. Набрал жил. Миллиард АПС и сагрил своим уроном. Войд.
Эта шея на паладина при моей агиле зайдет нет, или нет? Согласен. Окей. Не, Чопс, дважды. Там у Чопса хватка смерти одна. Что бы было? Ребят, надо отойти на минуту две. Выманите их сюда, и мы вам поможем. Таунт. Таунт на него повернутая, босс фрейд, зеркало спало с медведя. Сука, блядь. Я левую охотницу, ты правую. Все хилы отошли, ФКшек. Да никто не отошел. Олененочек упал. Миксурка один захилит. Олененочек это все хилы. Дает ли она на ред, только я говорю, что нет. Я согласен, просто мало ли. О, блядь, ну, это такое дело. Сколько у тебя мыс? 15, рейтинга 125. Ясно. Да есть все хилы, нормально. А у тебя стоит символ на отключение? Нет еще. На печать поставить, блядь. Да, я знаю. Надо поставить будет. У меня ПВП вообще символы стоят. Ну и знание зла и тому подобное. На какой ты спектр громко ролишь, короче? Ну, два одинаковых, пускай два коровы. Я на спек, на танковский. Ой, нахуй танковский, там 4Т5 идет. Ой, какие 4Т5? 4Т4. Я не считаю, что это приоритет на танка. Навара 4Т4. Ну, если ты будешь без 4 кусков Т5, ты не до танка. Да, я на ПВП ролю, если там кому-то еще надо. Ну, довольно-таки важно. Микстур нормально хилис. Да никому нахуй она не идет. С хэма еще куда не шла. Только мы ее войти с хэма забираем. Да я теперь даже не знаю, блядь, мне кажется, с острова иногда хуже, блядь, шею. Пока ее не апнут. Оказывается, из знаний-то можно сбивать каст, ёбаный, блядь. Еще один газ бил, нихуя себе.
Чё, мне нравится в этих аддонах вообще никогда. Становите алфу и будьте нормальными людьми. Сборка аддона. Сейчас я тебе войд скин до охуешки я настрою. Если что, на моем скрине, который я тебе кидал в первый день нашего знакомства, тоже этот аддон. А скиньте в диск. Скрин вашего первого дня знакомства. У кого что просто. Звучало очень мило, между прочим. Очень мило, да. Звучало, как будто ты вторая Алиса, блядь. Как вы с батей познакомились? Ну вот это. Как минимум голосом. Она еще не раскрылась. Сейчас только... Алло, я все слышу. Не, она ушла. Ну нельзя так говорить, это очень некрасиво. Ты просто Алису плохо знаешь. Говорить про человека, ну такое. Ну я не знаю. Вы говорите за спиной про человека. Давайте поговорим о Войде. Слышишь, надо тебе, короче, подписать. Войд там, каблук, все дела. Верите в Войда, блядь, да? Вот, сказали бы вам при ней, она бы вас всех послала. Ой, я за Медвея зайду, новое звание, каблук поставлю. Это будет топчик. Это будет. Только девушки, да, вы приходите там, например. А как тут Холипал назывался, я всегда забываю, нахуй. Соленый. Холипал. Зоя, поймай сзади ногу. Поймай. Зоя, пристройся сзади. В лепёху встал, тише. Блин, вот сейчас такой позитивный, смеется, а потом... Да, открываем. Смотрим отчет. Ага. А, ой, блядь. Водить рейды нахуй с 3 FPS, блядь, налечил хэмми, вот это уже пиздец. Где-то аутизм, наверное, блядь. Ау. Не дайте Финкельштейну пустить меня на опыты. Ну, которое было, когда мы сюда пришли, блядь. Маты, сука, за маты в чате ГПН. Вот это был вообще полный пиздец. А тем более для тебя, мастер. Потом даже... Казум, ставишь щиток, демонический доспех и под босса становишься. Ставили трэша мог хилить, блядь, Вальку. Да, хилил он. Да, блядь, хилил. Я тут. Каски давайтесь. Подожди. Стой. Понятно. Да не, ничего. Такой реакции, я не знаю, далеко не дойти. Подавитель.
Зоэл, зачем ты? Что? Ну, с моей стороны вышел, парень. Занимайся своими. Я свой. Здесь у тебя свои яйца, занимайся своими. Дохрена. Справа разгром. Это метки в портал, да? Не слушайте его, нахуй. Если стоите под мордой, ваш ДПС вырастает в миллион. А почему четверо летает? Ничего не понял. Потому что, блядь, подавителей, блядь, четверо, ну. Охуеть, логика, блядь. Вы чё, блядь? Я понял, ладно. Это, блядь, не логика, на. Это, блядь, почему подавители... Я наверху хилю, я понял. Да. Живу. Нет. Император в хиле. Я не успею, я четвертый захожу, я там вообще ничего собрать не успеваю. Император пидор, кто запнулся? Подавитель. Сколько плюсов, блядь. Ты что сказать, царь? Да, сладкий пельмешонок царя. Там вы найдете спасение, герой. Ну ничего, отзывай. Ну он к днюхе готовился, чё ты? А, сегодня у него днюха, блядь, да тут. Уходи, уйдет. С барского плеча. Подожди, это сейчас 7 хилов у нас? Да. Больше? За воротами сзади. А ну я ее похилить могу? А если цепной? Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Не. О, прикольный, я думаю. Разгром справа. Я буду отслеживать людей, которые пулят босса нахуй до атаки, блядь. Разгром справа, убейте. Можно дать фирму? О, хорош какой-то половин. Каз сбивали просто. Да, не, да. Спасибо, мне такого внимания не надо. Геру маленький отпросит. Меня пристают. Гимны на хп почитать. Меня пристают тогда, когда на гневных духов косты сбивают. Вот тогда нормально. Обычку за 2 часа ты не принесешь. Хэмку, да, обычку. Мне кажется, они не захилят. Так и кажется. Заходим в магическую воронку, она поднимает ХПС. Заходим, заходим, стоим, блядь. Как воет, нахуй. Поверил, блядь. О, сука. Сейчас до мины. Десятка тебя закинул. Разгром справа.
вы так долго хилите, Малик, я тебя не узнаю. В 7 хилов. Оператор что, пиздил у всех стаки, что ли? О, Шейпер, осколок упал. Видишь, я, блядь, в рейд пришел, все, осколки сыпятся мне. С тобой тоже не падали. Не пизди, блядь, падали нахуй со мной. Два осколка, это сильно. Ого, спасибо. В пизду эти тапки, нахуй. Выкиньте их, нахуй. Блять, а я спек армса скинул, сука, не хочу эту ебаную дуру бить в форике, блять. Стоим, ждем. Тоже говно. Вот ханта никто не спас. Даже плащ, который у него нет. Говорит, читайте присты гимну на ману, тотемы шаману, инрами. Ну, мысль я проскользнул, согласись. Пошли. Вот я и поднимаю красным, сука, флудит. Ой, блядь, вот один человек остался, вот он зайдет и... Эвенсом Икс Ди. Ну что, вы еще не запустили комнату? Тихните его. Запустили. А, ну это о! Они будут заходить сюда. Мегахилл. Есть время покурить сходить? Нет. Для тебя нет. Джонни, 5 секунд. Все хуйня, а на лочеда не знаешь сколько косты? Правильно, 1200 тоже надо. Нет, так у него штриники, подожди. Пестриник 1200. У него ну, объект, говно, вот шмот, блять, там сделал этот фафнирский, блять. Он ему штука штаны 50-е, блядь, купил. Всё, вроде я понял, объект запомнил. Перчатки я там ролил, блять, бисовые, нахуй, сука, он даже их не одел. Блядь, утешение забирать, не такое, о чем ты говоришь. Да я про фафнирского говорю, фафнирского, который пропал, нахуй. Мне на шаму нужен плащ с костой. Ты у меня заводы хуёвый, блядь. Нет, он не удисит. Валя, дай ему пощёчину. Да ты заебал! Я знаю. Я просто тебя замут и больше не буду слышать, если ты мне ещё раз про него скажешь. Почему ты не постоянно про него говоришь? Меня это бесит. Он твой друг, да? Их можно фиром сбивать, либо станом, если чё. Он чё, их специально снимает?
Кто там бывший фраг? Даже у Олдзика 3 ката есть, откуда она? Откуда? Когда в поставке был? Да, там профи хард уж надо ж закрыть что-то. Ну, вроде или чат. Если он нигде не был, я сомневаюсь, что у него синдрос. Ну, говорил, что закрыл. Мы его спрашивали про синдром, он говорил, блядь, ты профа убил, почти хуй ладно. Ой, интересно, сейчас лут сменишь, нахуй. Если сейчас лут поменяешь, ты зайдешься его искать, нахуй. А, я нашел. Давай мне лут. Ах ты, стук. Ага. Ресните, пожалуйста, не прошел просто. Передал, заценил. Ну стой, ой, назад, сука, ушел отсюда. Я это уже где-то видел, как так собирают. Где каждый рейд не собираем? Обычно в конце шоу. Ну и нахуй ты это сделал, блядь, уебан, блядь, на уйну сзади. Вокруг да около будет Синдерхиль? Вот любитель дохуищу бесполезных хилов держать в одном рейде на одних ботах. Лича, значит, ему в 25 хэми, блядь, убивай в 5 хилов, блядь, а тут нахуй. Ой, блядь, ой, назад попрошу я, чтобы тебе левитацию кидали, блядь, на бабе в этом. Воке. Что будет? Что делает кто? А в чем прикол левитации? А, ты, значит, походу не следишь за боссами, да? Воке. Вот я вообще не понимаю, что там происходит, блядь, я просто жму ротацию. У вара есть ротация, нихуя. Блять, две кнопки хуй по очереди, два макроса. Слэм подпрок. А если бы ты был нормальным варом, то бы еще я расколы стакал. И че, блять, дурак. Ну да, ты дурак. Вот, блядь, сделай как остальные, блять, люди, нахуй. Сделай армсу, я тебе вообще слова не скажу. Блин, почему профи Хартлин канул только 4 босса из 25-ки? Он дурачок. Он не шарит, к сожалению, походу. Дайте он думает, Геру, что целка 5 боссов, что вы доебали? Дайте Геру. Лян, нужно было и брать его, короче, с самого начала. Конечно, надо было с самого начала брать так. Бля, им что, Геру жалко? Не надо тут Гера. Да Синдри же откатывает всегда, вы чё, мешает? У нас давали ЕП, если мы за Геру до взлётки убивали. Тут не убьёшь никак, потому что на него не пашет ни болезни, ни, блядь, кровотечение.
Ну не знаю, это, мы блядь, убивали. Это, блядь, не циркуль, у нас такое же было, что убивали. И тут нету, блядь, фур одетых людей, блядь, которые нахуй просто его мучокнут. Пять к каждому. О, молодец, только догадался, да. Лучше по 300 гп скинуть. Глубокий мед. Тоже норм. Сколько эта услуга стоит? Писали ГП. Ты нас мотивируешь, теперь мы тебя мотивируем. Я тебя мотивирую. Я нет. Я на Лока зайду сейчас. Которому ТБЛ нужен. А, клинит. Да. Я не хочу вешать на креста, я просто завтра хочу собрать же. Да. Осколки. А как ты с Джайни будешь лутатить там? Какая тебе разница? Осколки соберется нахуй, легче сердцу будет. Чё ты доебался? Я на 150к в джоков стоит. Ну я знаю. Не, не факт, но типа будет профитнее, чем я буду на мишке. То есть что, у нас проблемы с ДПСом сейчас? Цуть-цуть. Ну типа. Да. Нету проблем. У нас шейпер не умеет ДПС идет. У меня 2 ПСа, блядь, все, все под контролем. У кого-нибудь остался ДПС со всего рейда? Смысл? Полный отчет. Сейчас бы, когда у вас в пати ДЦ, линковать просто исцеление, без поглощения. Да я не вообще не хотел хил линковать. Ну ладно. Сейчас бы в рейде войда слушать. Рейде мой, давай, да? Что вы назад, что вы там все стоите, нахуй? Я не понял вопрос. Есть. О, все, я же говорил, что после карты не будет уехать. В смысле, а что случилось? Ему в PvP лучше PvE, но нихуя не понимаю. Так он еще не был здесь. Ну, видишь, нахуй, он даже не знал, что тут больше боссов, чем 5. Да, да. На 17 сил я проебал Средони, нахуй, пиздец. Я хочу.
да. Да не, ты Вальтер говорит. А Путин сюда, в 10 только напечатается. Не, ну ты спросил. Я готов отдохнуть. Ты зашел, ну? Да. Да кто-то меня с гильдии кикнул, мастер, не ты, а? Никто не умеет кикать с гильдии, кроме Тёмы. Если бы мог, я бы давно кикнул с гильдии. Я ж не знал, что он передал тебе персонаж. Да. А мы тут бьем, да, не на было. Рыбу. Я похуй тебе. Ой, зря, походу. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. А ну покажите свой класс Лары, блядь, дайте у меня вмешательство. Так, а мы? Нет, Сальва, да. У меня фреймы выпьют. Смотри, сейчас наберем. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Трепещите! Кстати! Ибо ваша жалкая магия теперь бездесь ваше вторжение и окончится! Никто не уцелеет! А центральным стоп. И второй тут. Ладно. Я автоатачу, нахуй. Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Так и делаю, нахуй.
Давай после следующей взлетки я наберу и тебе. Ой-ой-ой. Я бью иногда автоатак. О! Ладно. Танки меняйтесь, Войт Бэйр. Почему я нажал вмешательство Лока, а побежал Войда? На, это как я сделал, да? Вопрос, склепку выносить это на... Зоил, в центре стою, метку. Ответный удар, да, хорош. Может диван дать? Чтобы я на этом сервере не...
А чем он отличается от других серверов? Все, готов. Да. Можно вокруг до около ДД?